Инициатива преобразования Одинцовского района в городской округ принадлежит общественникам района. Впервые она прозвучала на заседании Совета депутатов. По словам председателя общественной палаты района Захара Иванова, решить порой самые простые вопросы невозможно из-за отсутствия в проблемных поселениях бюджета и необходимых полномочий. Создание городского округа стало самой крупной инициативой общественной палаты района второго созыва. Люди увидели, что то можно обратиться в ту же общественную палату, она донесет до власти, получится результат, решатся те или иные проблемы. Вот мы слышим людей. На совете депутатов глава района предложил не торопить события. Он подчеркнул, что подобные изменения должны стать решением общественности, как бюджетников, так и делового сообщества. В результате общественная палата района решила провести народный форум. Разговор предваряли экспресс-опросы жителей района. Одним из острейших вопросов оказалось закрытие местных администраций. Закрытие сельских и городских администраций. На этот вопрос нет консенсуса, но большая часть опрошенных, 66%, считает, что полностью закрывать администрации на местах нельзя. Одной из основных проблем возможного преобразования назвали слабое понимание людьми, к чему оно вообще приведет. Как показала статистика, более половины опрошенных ничего не слышали об инициативе. Однако конкретные аспекты реформы в отдельности были поддержаны. За равномерное и справедливое распределение бюджета по территориям высказались более 75% респондентов. За сокращение расходов на работу администрации более 80%, а за сокращение численности чиновников 92%. Уверен, что наработки по итогам этого форума будут полезны не только нам, но и главам других территорий нашего Подмосковья. В форуме участвовали специалисты регионального и федерального уровня. Многие из них уже сталкивались с вопросом оптимизации работы местных властей, а потому смогли поделиться наблюдениями. Жители волнуют простые вопросы, чтобы эта власть оказывала им своевременно качественные услуги, государственные и муниципальные, чтобы они понимали, куда они могут обратиться, чтобы они понимали, как двигается очередь в детский сад, как со школами, смогут ли дети заниматься спортом. Подобные преобразования уже проходили в Московской области. Еще в 2005 году Домодедово выбрало форму городского округа. Представители его администрации также приняли участие в беседе. То состояние, в котором этот трехтысячный зал сегодня оказался, говорит о том, что все-таки в Одинцовском районе преобладает вот трезвый, умный, созидательный, основанный на профессионализме, самокритичный подход к делу. Одним из важнейших изменений, которые отметили специалисты, стало создание консолидированного бюджета. Проведенный властями анализ показывает, что данное новшество может помочь в преодолении сегодняшних сложностей в российской экономике. Единый бюджет – это значит одно муниципальное образование. Объединение муниципальных образований Одинцовского муниципального района позволит создать перспективное муниципальное образование, обладающее достаточными ресурсами для развития. Форум выявил позиции общественников, депутатов и других активистов Одинцовского района. Теперь решение остается за властями. Если, ко мнению выступавших на форуме, прислушаются, то Одинцовский район ждут серьезные изменения. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».